Как не раздражаться друг на друга? Звезды ищут решение. Муж готовит, а Нюша не говорит. Не говорит под руку. Зато поет на кухне со шваброй. Кофе любим. Водички. Get it, it go right foot up. Джастин Бибер и его очень модная жена Хейли Болдуин дома расслабились. Джастин в ушанке, слезает с дивана только чтобы запрыгнуть на кровать. Но и это уже не получается. Джастину Биберу уже 26, а кажется 12. Сладкая парочка, модель Эмилии Ротаковски и ее муж Себастьян уже срываются друг на друга. Они никогда не проводили так много времени вместе. Поссорились прямо на улице, когда выгуливали собаку. Пес Сальмы Хайек спрятался в ее сумке, слишком активна его хозяйка. Кажется, она громит кухню. Но нет, просто готовит и болтает, а если умолкла на пару секунд, значит жует. Супермодель 90-х Хелена Кристенсен хотела было предъявить претензии псу. Он занял ее кресло, но умудрилась втиснуться рядом. Хелена живет в лесу, а она привыкла не видеть людей неделями. На земле осталась любовь. Певица Айова признается в любви маме. «Обнимаем тебя с разбега», пишут с мужем. Нина Иванчикова поддерживает дочь и на расстоянии. Она стильная и спортивная. Посмотрите, что вытворяет в изоляции. Пробует с тещей жить и работать. Работать не получается совсем. Вот теща врывается посреди его онлайн-трансляции. Райан, ты здесь, дорогой? Готова поклясться, что слышала его голос? Нет, я понимаю, что вам есть что делать. Но вдруг вот в этом есть что делать, вы захотите. А теперь эксперимент. Ингиборга Дабкунайте на своей странице напоминает, как вязать крючком. Вы послушайте, но разве можно не рассмеяться? Засовывается в эту петельку крючок. И делается еще одна петелька. И делается еще одна петелька. Это косичка. Вот так и сложатся эти дни. Петелька, крючочек. Но если поддерживать такое настроение, как у Ингиборги, то будет и счастье, и, может быть, свитер.